сначала. Короче, Вторая мировая война. В общем, ситуация очень сложная. Немцы все туда-сюда. Штаб собрался, говорит, блин, что делаем? Говорит, что-то надо делать. Надо, говорит, фрицев мочить, а то нам хана. А грузины там были? Да, узбеки. Там смешаны. А этот замполит говорит, товарищ командир, говорит, в лесу, говорит, партизанят армяне. Надо к ним обратиться. Они говорят, сколько нам надо сделать. Это говорит, армяне деньги захотят. Ну зато сделают, говорит, хорошо. Идет с армянами, договариваются, сколько. Они говорят, за 10 рублей за убитого плати, мы тебе сколько надо привезем. Это соглашается, все, партийные деньги выдаются, все, на следующий день вагон мертвых фрицев, короче. Все, проплатили, второй день вагон мертвых. Командир в шоке, говорит, деньги нету уже. И говорит, с армянами договорись, пусть подешевле делают. Пошел, пришел, говорит, 8 рублей. Опять два вагона. Нет, говорит, еще дешевле сделай. Еще поговорил, а он говорит, брат, сколько даешь? Он говорит, 6 рублей, больше не можем. Ты что, охуел, мы сами у фрицев за 5 покупаем.